Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами испечем настоящие брауни. Вот такие, с потрескавшейся, характерные для брауни корочкой. Очень вкусные, ароматные и супер шоколадные кексы. Сейчас я попробую, покажу, какие они внутри. Они безумно вкусные. Пошли готовить! В первую очередь мы с вами растопим сливочное масло вместе с шоколадом. Шоколад я сегодня беру темный, можно брать молочный, это уже на ваше усмотрение. Ставим на плиту и разогреваем, постоянно помешивая, не даем сильно кипеть, чтобы наш шоколад не свернулся. Все, растапливаем масло с шоколадом. Масло с шоколадом у меня растопилось, теперь отставим его в сторонку. Нам нужно дать ему слегка остыть, а в это время займемся приготовлением наших кексов дальше. Берем какую-то удобную миску, разбиваем туда яйца. Всыпаем сахар и взбиваем до растворения сахара и побеления нашей массы. Я взбивала массу где-то около 4 минут. За это время у нас шоколад с маслом слегка остыли. Должны быть где-то градусов 60, не больше. Теперь переливаем прямо в нашу миску и сразу тоже взбиваем и перемешиваем. Все хорошо перемешали, вот такая у нас масса получилась. Теперь отставим немножко в сторонку, возьмем муку, добавим туда разрыхлитель и будем эту массу просеивать сразу в нашу миску с шоколадной массой. Будем просеивать и сразу миксером перемешивать. В итоге у нас получилось вот такое тесто. И теперь будем перекладывать по формочкам. Выпекать наши брауни я сегодня буду вот в таких силиконовых формочках. Можно выпекать в любых формах, какие у вас есть. Берем столовую ложку и перекладываем формочку. Смазывать формочки ничем не нужно. Накладываем формочки где-то на 2/3 от их глубины. Все. Перекладываем тесто в формы. Ну, так у меня получилось 10 кексиков. Теперь отправляю в разогретую духовку. Духовку я разогреваю до 180 градусов. И буду их выпекать где-то минут 20-25. Следим, проверяем зубочисткой деревянной до ее сухости. Главное, следите, не пересушите кексы, должны оставаться достаточно влажные. Все, отправляем в духовку. У меня прошло 25 минут, я проверила зубочисткой, зубочистка выходит сухая. Теперь даем слегка остыть и будем выбирать из формочек. Если вы делали в бумажных формочках, то оставляем их уже в бумажной формочке. Ну, а у меня сегодня на этом все. Приятного аппетита и до свидания!